Если время пролетает незаметно, значит, она потрачена не впустую. В минувшие выходные студенты Елабужского института КФУ провели два насыщенных и плодотворных дня в рамках школы профсоюзного актива «Реформа». Выездное занятие состоялось на базе оздоровительного лагеря «Буревестник», куда съехались не только действующие лидеры своих факультетов, но и первокурсники, желающие влиться в активную жизнь профсоюза студентов. В рамках данной смены мы изучаем, что такое профсоюз, что такое устав профсоюза, какие проблемы встречаются студентам на пути в обучении. Программа мероприятий оказалась настолько обширной, что об отдыхе думать не приходилось. Сначала тренинги на знакомство и сплочение, затем лекции о правовых аспектах работы профсоюза. А в завершении – творческие выступления и самопрезентация от новых кандидатов на профсоюзные должности. Когда я не замечаю времени, я, значит, заинтересована в этом. Мне было интересно узнать других личностей, что они себе расскажут и что они могут дать правкому. Очень прямо интересно узнать новые личности, узнать их какие-то новые качества, их цели, их идеи. И безумно хочется в дальнейшем вернуться. Лекции были очень полезны. Я действительно очень много узнала. То, чего, например, не могла найти в интернете. То есть про стипендию, про гранты различные, про правком, естественно. Я думаю, что эти два дня дали мне бесценный опыт. То есть нигде и больше я бы такого не получила. По признанию участников школы «Реформа», очередное выездное занятие принесло множество незабываемых эмоций и позволило наметить новые перспективы в развитии профсоюзного движения в институте. Анастасия Краснова, Айдар Нурмиев, пресс-служба Елабужского института КФУ.